Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, награды мы с тобой забрали. Колодочку открыли. Так, задание. Пойдем посмотрим, что у нас тут. Ага, колоду я открыл. И пройдем. Сегодня, кстати, серию испытаний мы пройдем полностью. Полностью, то есть остается нам раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть миссий. Так что давай сразу же к ним и приступим. Чем, как говорится, быстрее пройдем, тем будет нам спокойнее. Потому что завтра уже будет пятница. Два рабочих дня у меня. На воскресенье, получается, выпадает выходной. А в понедельник, друзья мои, в понедельник я буду работать в ночь. Но буст все равно мы с вами сделаем. Понедельник, как говорится, день буста. Пропускать нельзя, иначе вырастет капуста. Ну что, давай быстренько с тобой этого хмыря завалим. Так, тихо. Второй упал, побежали. Ну, здесь у нас ничего страшного нету. Хан, Крип, Пиццелиций. Жалко, у меня нет суператаки. Я бы сейчас им тут прописал по полной бы программе. Ну, а так, придется, видишь, Ханориков тебе хвалить. Хотя, почему бы не кинуть туда валуном, да? Ты бич. Все, готово. То есть Армагоша просто их всех нахлобучил. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И количество миссий у нас сокращается. Количество миссий у нас сокращается. И мы с тобой приближаемся все ближе и ближе. К кому? Естественно, друзья мои, к маленькому противному слизкому Кренгу, который, как всегда, сидит в своей бот-машине и пожимает, потирает ручки. Ну что, мы его заблокировали, поэтому Рокстеди здесь уже ничего нам не сделает. А вот мы ему сделаем очень-очень больно. Так, ну-ка. Добили. Ну и теперь, естественно, клан футовцы. Здесь они нам тоже не нужны. В общем, с первой волной мы справились вообще на изи. Двигаемся дальше. Так, вот здесь бы желательно какую-нибудь массовую атаку применить, но нету у меня. Пока все атаки в откатах. Хотя у Супер Шреддера есть чем удивить наших гостей. И у него это получилось. Так, Бибопчик, ты будешь падать? В принципе, да, падает. Вот и еще одна миссия у нас, как говорится, позади. Сегодня мы еще зайдем с тобой на арену, посмотрим, скинули меня оттуда или нет. Я имею в виду стопчика. Если скинули, мы, естественно, с тобой обратно заползем. Ну что, давай здесь тогда пробежимся. Лихо мы начали, мы обычно с тобой как? Начинаем с арены, да? Все-все-все это постепенно-постепенно проходим. А потом только начинаем проходить вот это. Но тут я решил кардинально все поменять. И думаю, давай-ка мы, наверное, с тобой пройдем смятение из другого измерения полностью. Ну как полностью, я имею в виду, да пройдем. А уже потом будем смотреть на арене. И, возможно, сегодня ничего у нас не будет. Я имею в виду в плане драк аренских. Просто будем фармить. Весь сыр сливать именно на поиски ДНК. Так, ну что, здесь бы, конечно... А хотя... Разберусь я и так, наверное. Нет, ребят, не разберусь. Потому что здесь есть Бибоп, который у нас танцор, брейкдансер, или как его назвать. В общем, он делает уклоняшку. И я не хочу, чтобы он здесь... Ее повесил, и фиг мы по нему попадем потом. Так, Хан готов. И Джастин надупился. Ну все, друзья мои, остается, по-моему, два или три. По-моему, два, да, два поединка последних, которые нам надо пройти. Ну и, соответственно, здесь все будет пройдено. Нет, не два, а все-таки три. Ну, какая разница, два, три, все равно мы с тобой пройдем. И никуда он не денется от нас. Так, тут грибочек паршивый сидит. Почему-то он всегда первым ходит. Вот засранец. Тут у тебя столько инициативы, а? Гриб, вот скажи мне на милость. Не знаю, ребят. Так, ну-ка, раз, два. И теперь грибок, пожалуйста. С удара не вынесли. А так, отлично. Ну что же, мы с тобой идем сюда. Вот все-таки я, наверное, буду первым уничтожать кабана. Отлично. Теперь нейтрализаторы. Кстати, вот этот чудило бросает гранату, да, насколько я помню. Бомбанули. Так, сможешь ты его положить с удара, нет? А с двух? Спасибо.
Так, а эти начинают со своей... А, вот еще кто у нас бросает. Так, ну-ка, молодец, Рафаэль, спасибо тебе большое. Ты его сразу наказал. Все. Рафик просто сделал две атаки, ребята, и ушатал его в хламину. Ну что же, тем круче для нас. Переходим с тобой на предпоследний бой. Вот он здесь находится. Раз, два, три, четыре. Пять. Единственное, что у нас у Саги почему-то мало здоровья. Конечно, мы можем с тобой сейчас хильнуться, если захотим. Но я думаю, делать пока этого не стоит. Вы, я смотрю, Кренги, точнее не Кренги, а кланфутусы совсем оборзели. Так, получил свое. Угу. И выбили мозги. Так, двигаемся дальше. Что у нас тут? Вот они стоят, охламоны. Погнали. Ну-ка. Так, вырубили мы с тобой острозуба. Все, по-моему, нам пора хиляться. Леонардо, ты как там? Готов хильнуть? Или супер... Нет, супершредером пока не будем, потому что у него отхил, как сказать, постепенно. А нам нужен именно, который сразу действует. Ну-ка, ракеты. Фигня получается. Ну что, Лео, давай лечи. Ну, в принципе, и отлично все. Так, он промахивается. Блин, а кланфутусы, откуда у них столько, извини меня, брони настакалось? А? Я не понял. Я не слышу ответа. Так, добьешь его, нет? Красавчик. Так, и здесь пара баукусиков. Вот, сняли мы с него броню и добиваем. Все. Ну что, друзья, двигаемся с вами дальше. У нас остается последнее испытание. Последнее событие, последняя волна. Называй это как хочешь. Ну что же, погнали. Самое, как по мне, так это сейчас самое легкое испытание, да? Дойти до Кренга и просто завалить его на месте. А охраняет его всего лишь Бакстер Стокман с какой-то кучкой никчемных грибов. Ага, ответка. Так, ну что, теперь начинаем. В первую очередь, естественно, вырубаем Бакстера Стокмана. Вырубить не получилось, но, по крайней мере, мы его заблокировали. Так, теперь... Шипы. Готов. Минус гриб. И минус еще один гриб. Ну, а вот у нас и Крэнк. Вот он стоит тут довольный в этом технодроме своем. Давай, выходи, да. Как говорится, получать звездюлей будешь по полной программе сейчас. Вот он. Потирает свои ладоньки. Знаешь, кого он мне напоминает? Что напоминает, точнее, мозг. Это голимый, ребята, мозг. Головной. Так, я не понял, что он делает у Саги, а? Ну-ка. Есть и шипы. Так, у него постепенка висит. А теперь укус. Все. Все, мы его шатали. Недолго он, конечно, тут выпендривался. Ну, а самое главное, что мы с тобой прошли. И сейчас будем забирать награды. Да-да. Это все пропускаем и начинаем открывать сундуки, паки. Дони, 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 Лео, Сюрики. Окей. Собрать и сбросить. Тут выпадает Змейка Вьюн. Так. Монда Гека. Меня в данный момент интересует больше даже не то, что какие нам выпадут с тобой карточки, а что нам выпадет вот здесь. Пока, ребята, угу. Очки. Так, тут Бакстер Стокман. Жиденько как-то. Рафаэль классический. Донателло и Рафаэль классический, да? Так, оригинальный, классический, оригинальный. И два классических Микеланджело. Как-то вот так вот, друзья мои, скудненько. Ну, что ж поделаешь. Главное, прошли. Так, теперь побежали с тобой быстренько. Найдем на нейтрализатора все оставшееся, что нужно. А нужно, ой-ой-ой. Так, 9 магнитофонов, да? 9
видеомагнитофонов. Так, это у нас получается 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 и последний. 9. 9 видеомагнитофонов. Подожди-ка, блин. Ошибочка. Один не нашли. Да какой портрет короля? Вы серьезно, что ли? Вот. Все. Ну, нам нужно будет еще с тобой найти 12 кружек. Ну, естественно, уже будет в следующей серии. Так что сейчас мы забираем здесь наши награды. Так, поднять уровень персонажа, да, говорят? Ну, есть у нас, есть мутаген. И это будет у нас Донателло Космос. 54 уровень он у нас зарабатывает. Угу. Все, тут мы забрали с тобой остатки роскоши. Я, как всегда, не посмотрел энергию, да? За рекламу. Ладно, фиг с ним. Теперь самое интересное. Так, у нас сколько с тобой монет? Ну-ка, подожди. Монет, монет, монет. Что-то я не помню, где монеты-то? Предметы. Так, монет у нас 101. Поэтому сразу покупаем с тобой ДНК на Шреддера. А жетонов у нас 405. Ну, как ты можешь понимать, нам не хватает. Потому что мы с тобой копим на Пита, а для него нужно 530 жетонов. Угу. Так, если у нас с тобой есть сыр, переходим сюда. Переходим вот сюда. И поехали. 20 жетонов, фигня. Отлично. Рокстеди мы уже получили с тобой, да? Значит, остается вытянуть Бибопа. Но это очень будет проблематично. Я смотрю, не хочет он нам давать его. Ты посмотри, а. Уперся. Уперся рогом, просто-напросто. Ах ты же. Вот, выпал, наконец-то. Что у нас тут еще, я уже не помню. Попробуем здесь. Рискнем, друзья мои. Доллары, блин. Да ё-моё, ну зачем майки-то, а? Ах, ну, по крайней мере, я попытался. Я думал, что вытянем, но не получилось. Ну что, переходим с тобой на арену и смотрим. Лигу мастеров, 2 звезды меня скинули. Вы что, серьезно? Вы это серьезно? Ну, извиняйте. Так, пойдемте, ребятушки, разбираться надо. Это что такое? До 2 звездочки меня скинули. Я думал, что я останусь в Лиге Мастеров. Хотя бы 1 звезда, ну там в топчике. Точнее, 3 звезды в топчике. Они меня до 2 звезд скинули. Нет, ребят, так дело не пойдет. И я на это добро не давал. Давай-ка мы с тобой обратно туда будем забираться. На наше истинное место. Так, у нас была 16-я позиция. Слушай, ну мне не хватит откатов. Придется нам с тобой, наверное, все-таки смотреть. Мне, точнее, придется смотреть рекламу для того, чтобы получить себе 10 откатов. Другого варианта я не вижу. Ну что же, давай тогда следующий поединок. Здесь мы возьмем, наверное, вот этих вот. Секунду, я возьму, наверное, вот так и вот так. Леонардо и Супер Шреддер. Раз, два, три. Хотя вот этот Микеланджело, он может, ребята, психануть и сходить сразу же после Шреддера, да? Сейчас мы глянем, какая у него инициатива. Так, вначале шипы. Угу. Да ладно. Ты прикинь, Карейка-то, оказывается, тоже не погибла. Даже от постепенного урона. Интересно. Интересно, как такое получилось, а? Ну что же, двигаемся дальше. Так, мы забрали с тобой обратно в Лигу Мастеров 3 звезды. 96-я позиция. 4 отката. Блин, всего лишь сколько получается у нас? Или 2 поединка, или 4. Ну, тут, скорее всего, будет 2 поединка, потому что...
Армагон, точнее, Супер Шреддер может сыграть только с кем? Либо с Усаги, либо с Лео, либо с Армагоном. Эти бойцы у нас уже с тобой отыгрались. Соответственно, другие, ну, никто не потянет, да? Хотя, подожди, есть у нас еще Зек. Об этом тоже не стоит забывать. Зек, Бакстер Стокман. Слушай, мы, наверное, попробуем все-таки сами здесь разобраться, да? Сейчас мы здесь выиграем. И вот я хочу взять следующую команду, опять же, одного Шреддера. И вместе с ним составить команду, чтобы именно они сами выиграли. Без Армагона, без там Усаги или еще кого-нибудь. Чисто Шреддер. Там кто-нибудь из тоже полуимбовых или имбовых. И... Так, тихо. Ты смотри, там был Микеланджело. Куда мы? Нет, я не хочу идти в драку с Майки. Так, ну что, Супер Шреддер, возьмем с тобой Зека, возьмем Донателло, наверное. И возьмем вот так вот. Да, они 70 уровня, я ничего не говорю, ребят, но дойдут ли до них, как говорится, наши ручки, вот это я не знаю. Так, бомбочка-замедляшка, шипы. Но, в принципе, неплохо. Добьешь? Отлично. Карайка нас не подвела и, как ты видишь, всех добила своими кунаями. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше и смотрим, куда переместимся. 69-я позиция, друзья. 69-й, два отката. Тратить будем, наверное, опять один. Я, то есть, беру Шреддера. И вот здесь уже начинается самое интересное. Я возьму Ваньку, наверное. Джастина. И нет. Змейка Вьюна. Вот хочу такой вот командой попробовать сыграть. Ну-ка. Ну, тут все понятно, да? Супер Шреддер начинает ходить первым. А вот сейчас будет, наверное, какая-нибудь суровость. Так, берем провокацию. Вот так. Сплинтер бафает. Давайте только без массовых атак, пожалуйста. Без массовых. А? Да, конечно. Ага, без массовых. И это сейчас еще бомбанет. Нет, этот отхил делает. Вот. Твою налево, Роквелл. Ну куда ты-то, блин, лезешь, а? Так, Вань, давай, заряжай. Почти идеально. Ну-ка. Уничтожили. И запах изо рта. Не прокатило, да? А если так? Бинго. Ну вот, я тебе об этом говорил, что мы с тобой возьмем всего лишь по одному откатику, да? На Супер Шреддера. И остальной состав будет у нас из маленьких бойцов. И как видишь, все у меня сработало. 56-я позиция у нас на кону. И один откат. Ну вот сейчас уже, наверное, будет проблематично, потому что, ну, не остались достойные бойцы. Если только вот так. Не знаю, но попробовать можно. Попробовать можно. Провокатор у нас есть. Уклоняшка у нас с тобой есть. В принципе, неплохая комбинация получается. Окей. Так, теперь, естественно, шипы. Угу. Интересно. Так, надо муху шваркать, потому что она может захилять команду. Так, этот упал. Этот упал. И дамочку мы с собой уничтожаем. Вот и все. Ну, теперь действительно придется смотреть рекламу, потому что откатов у меня больше нету. Покупать можно купить, конечно, но давай-ка поэкономим деньги. К тому же здесь у нас какое место уже? 44-е. Ну, 5 боев и все, и будет у нас с тобой все здесь пройдено. Так что энергия. Поехали. Ну что, друзья, последний, как говорится, билетик мы с тобой получили. И продолжаем нашу турнирочку. 42-е место у нас. Так. Ну что, Шреддер,
С Армагоном будете работать, да-да, будете работать и отыгрывать будете вот этих вот наших слабых персонажей. Другого варианта я пока не вижу. Поехали. Угу. Так, ну что, шипы. И валун. Все, больше здесь ничего не надо. Как говорится, старая школа, да? Ну что же, побежали тогда далее. Пропустить. Так, 30-я, да? 27-я, вау. 27-я позиция, это тоже очень хорошо. Давай возьмем вот этого противника. Хотя, на самом деле, здесь можно брать любого, абсолютно любого. Только не Микеланджело. Чтобы в этой команде не было Майки. Раз, два, три, четыре. Ну, я надеюсь, ты понимаешь, да, про какого Микеланджело я говорю. Этих-то мы с тобой будем как орешки щелкать. Меня другой Микеланджело немножко напрягает. Тыбич, так, постепенно на всех. И валунчик в лоб тоже всем. Все. Так, двигаемся дальше. Блин, тут кашнигами, я не могу понять. Какая-то ведьмочка, что ли? Ведьмочка, наверное, скорее всего. Раз она, извини меня, может призывать духа Они. И плюс ко всему прочему, у нее есть ручная летучая мышь. Так, двигаемся дальше. И у нас, да, вот эта вот команда, в принципе, сгодится на мясо. Почему на мясо? Ну, потому что, естественно, ей не выжить здесь, это однозначно. Кто-то писал в комментариях, что у Кунаичи офигенная последняя ульта. Я, наверное, с ним соглашусь, да, электрический разряд. Очень прикольный удар. Но не знаю, когда мы его протестим по полной программе и когда мы его вообще прокачаем. На данный момент ты сам понимаешь, у меня у Шредера, да, его клинки, которые он пускает по земле, и у Армагона его супервалон, это пока топчик. Так же, как и у нашего Усаги, это вертушка, да, с мечами, и у Леонардо то же самое. Ну что, последний поединок мы с тобой сейчас отыгрываем, и в принципе все. На сегодня будет сделано абсолютно, ребята, все, что планировалось. А вот за два дня... Вот ты смотри, меня сбросили, да, с Лиги Мастеров, с топчика, до Лиги Мастеров две звезды. Ты можешь представить, что будет за два дня, когда я буду работать, как меня здесь сбросят? А это, извини меня, будет уже воскресенье. Там надо будет так шуршать, как я знаю, что. Поэтому не зря мы с тобой копим доллары, да? Доллары, они нам пригодятся. Именно уже как сделать рывочек. Так, ну что, вот и топовое место. Все, ребята, все, можно закругляться. Так, что у нас тут разыгрывается, давай посмотрим. Пицца она мне не нужна. Здесь нам тоже ничего не нужно. Остается еще у нас пицца, кстати. Давай-ка мы, наверное, ее потратим на нашего нейтрализатора и поищем с тобой кружки. Так, раз. Только лишь одна кружка. Так, две. Я просто весь, всю пиццу сейчас солью, да и все. Три. Четыре. Все. Быстро кончилась пицца. Ну и фиг с ней. Ну что, ребята, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Для
Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя. Черепашки-мутанты ниндзя. Черепашки-мутанты ниндзя. Юные таланты.